Jewish sources of New Testament history. Кроме иудейских источников, кроме иудейских небиблейских источников. We need to know the Roman sources. Нам необходимо также знать несколько римских источников. There are several Roman historians who have left works behind which are valuable to the student of New Testament history. Это римские историки, которые написали различные работы и труды, представляющие важность для того, кто изучает историю Нового Завета. There are four writers that in particular I want to bring to your attention. Я хочу, чтобы вы обратили внимание и запомнили имена четырех историков. First is the historian Livy. Первый историк Ливий. He wrote a complete history of Rome. Он написал полную историю Рима. Which helps us understand the larger world in which the people of the New Testament live. Его история помогает нам увидеть картину более широкую, чем только тот мир, в котором жили евреи. Remember, the entirety of the New Testament it was written and covers a period that was dominated by Rome. Помните, что весь Новый Завет фактически описывает тот период, когда было римское господство в мире. And Israel was a province of the Roman Empire. Израиль считался лишь провинцией Римской империи. Now Jesus, Livy was an older contemporary of Jesus. Ливий был современником Иисуса Христа. Who died sometime between Jesus' birth and the beginning of his ministry. Ливий умер где-то между рождением и началом служения Христа. So obviously Levi would not have anything to write about Jesus because he hadn't begun a public ministry. И естественно, что Левий ничего не мог написать об Иисусе Христе, потому что еще не было начато служение Христом. And then there was another great historian by the name of Cicero. Еще один римский историк, великий историк Цицерон. Cicero was also a senator and a very powerful leader in Rome. Кроме того, что он был историком, он был еще известным сенатором. He too lived shortly before the life of Jesus, so he knew nothing about Jesus. Он жил также незадолго до Христа, поэтому ничего о нем знать не мог. But he wrote a record of the Roman province of Syria. В то же время он написал о римской провинции Ассирии. Of which Palestine was a part. В то время Палестина была частью Сирии. And thus again from Cicero we get very important political and historical backgrounds to the New Testament. Поэтому читая труды Цицерона мы можем получить информацию о политической и общественной жизни для изучения Нового Завета. A third significant Roman historian. Третий очень важный римский историк. Was a man by the name of Suetonius. Это Светоний. Suetonius actually lived after Jesus. Собственно говоря, Светоний жил уже после Христа. And he wrote on a number of significant subjects, including chronology. Он написал очень много различных работ. Он написал летописи. But his most important work relating to New Testament history. Was his the lives of the Caesars? Но самое важное из его работы, самое интересное, это жизнь кесарей. This book dealt with those who ruled from Julius Caesar to Domitian. В этой книге он рассматривает правление императоров, начиная от Юлия Цезаря до Домициана. Thus covering much of the New Testament period. Таким образом, он охватывает большую часть новозаветного периода. So when we talk about the 12 Caesars, many of them are discussed in his work. Мы с вами будем говорить о 12 римских императорах, и многие из этих императоров обсуждаются как раз в этой книге. But of all of the Roman writers, но из всех вот римских авторов, которые мы перечислили, the most important as a source for New Testament background, самый важный источник для изучения истории Нового Завета, was Tacitus. Был написан Тацитом. And he lived from the mid first century to the early part of the second century. Тацит жил с середины первого века до начала второго века. So he was a contemporary, younger contemporary of the Apostle Paul and
also lived at pretty much the same time as the apostle John. Он был молодым современником апостола Павла и жил приблизительно в то же время, когда был жив апостол Иоанн. And he produced two important works for our reference as Christians. Для нас очень важны, как для христиан, две его работы. One was called Annals. Одна работа называется Анналы. And the other History. А другая просто истории. And these works dealt with the reigns of the emperors from Tiberius to Domitian. Анналы и истории. Эти книги посвящены правлению императоров от Тиберия до Домициана. От Тиберия до Домициана. Now Tiberius became emperor when Jesus was about 20 years old. А Тиберий стал императором, когда Иисусу Христу было около 20 лет. So he was the emperor of the life. Of this adult life of Christ. То есть он был императором, когда Иисус Христос уже был взрослым человеком. And Domitian was the emperor who sent the apostle John into exile. А Домициан был тем императором, который отправил апостола Иоанна в ссылку. And so he ruled during the days of the last. Of the 12 apostles. То есть Домициан был правителем, когда уже последние из апостолов оставались. Now Tacitus was an outspoken critic of the Roman Empire and its extravagances. Тацит не боялся прямолинейно критиковать политику Римской империи. And even though he was a Roman, и также он критиковал их экстравагантность. And he did because he did not approve of the Roman extravagances, he actually exaggerated some of his criticisms. И он был римским гражданом, но в то же время был противником роскоши, и поэтому иногда слишком критика его была преувеличенной. So sometimes we wonder if his criticisms are accurate. И поэтому иногда, читая его критические высказывания, снова задаемся таким вопросом, насколько же они реальны, насколько достоверны. But at the same time, we find that he was very accurate in identifying the events which were of major importance to the ongoing history of Rome. Не сомневаться в достоверности того, как он описывал события, которые действительно происходили в Римской империи. His prime significance for New Testament history. Какова же его ценность для изучения Нового Завета? Is that he makes reference to the Christians and even to Christ. Дело в том, что Тацит пишет о христианах и пишет о Христе. And he also leaves the most detailed chronicle of Nero's persecution of the Christians. Именно у Тацита вы сможете найти детальное описание того, как Нерон преследовал христиан. After the great fire in AD 64. После великого пожара, который разразился в Риме в 64 году нашей эры. And when we hear the stories about Nero, covering Christians with the skins of animals and putting them in the arena to fight with the beasts. Когда мы с вами читаем или слышим истории о том, как Нерон заставлял одевать, значит, христиан в шкуры различных животных, отправлял их на арену, чтобы они там сражались с дикими зверями. And when the stories of Christians being covered with oil and wax and tied to posts and then lit as human torches to light the gardens of Nero. Или еще, когда вы слышите истории о том, что во время различных праздников и фестивалей Нерон устраивал факелы из христиан, когда их обливали маслом, привязывали к шестам и поджигали в качестве освящения. Those stories are recorded in the writings. То есть вот эти все истории, они взяты у историка Тацита. So very important historian. Поэтому запомните вот это имя Тацит с точки зрения изучения Нового Завета, а он играет очень важную роль. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. The fourth extra biblical source. Так, мы переходим к четвертому внебиблейскому источнику. For finding information on the history of the New Testament. Который представляет нам информацию для изучения истории Нового Завета. Would be the Greek sources. Это греческие источники. Now this is probably the least helpful of the sources because it goes
further back into the history. А с точки зрения полезности этих источников, скорее всего, они стоят на последнем месте, потому что здесь намного меньше той информации, которая нам необходима была бы для изучения истории. But I want to give you at least the names of five Greek historians who have been helpful in understanding the world of the Old and New Testaments. Но в то же время я хочу сейчас перечислить пять имен. Это греческие историки, которые оставили информацию, помогающую нам лучше понять тот период времени Ветхого Завета, Нового Завета. The first of these is Strabo. Первый историк это Страбон. As I mentioned earlier, he was widely quoted by Josephus in his writings. А я уже это имя упоминал, когда говорил об Иосифе Флавии и о том, что он его цитировал очень часто. In fact, if it weren't for Josephus, we probably would know little or nothing about Strabo. И на самом деле, если бы Иосиф Флавий его не цитировал, то мы бы очень мало с вами знали об этом историке Страбоне. Because all of his historical writings have been lost. Потому что все его исторические книги были потеряны. The only thing we know about Strabo is what was written by others quoting him. И единственное, что мы знаем о Страбоне, это только сохранившиеся цитаты в работах других историков. But he was a very prolific historian. He wrote 47 books of history and 17 books of geography. В то же время он был очень выдающимся историком. Он написал 47 исторических книг и 17 географических книг, то есть всего 64 работы. But the writings of his that have been most helpful to the student of New Testament history. Но для того, кто изучает историю Нового Завета, полезнее даже изучить не исторические книги, а географические книги. Because he has many references to the geography of Palestine. Потому что он описал и о географии Палестины. And that is what has been brought to us by Josephus in his writings. И Иосиф Флавий в своих трудах как раз использовал эти географические источники, поэтому мы об этом знаем. And then there are the writings of Polybius. Второй историк Полибий. And he died about 120 BC. Он умер около 120 года до Рождества Христова, 120 год до Рождества. But he left a historical survey of the Roman world up until the time of his death. Однако он написал исторический обзор римского мира, то есть то, что он мог наблюдать до своей смерти. And so he has become helpful in understanding the intertestamental period. Поэтому его работа также была полезна для того, чтобы понять историю межзаветного периода. And another Greek historian is Diodorus. Еще один греческий историк по имени Диодор. And he lived a century after Polybius. Жил 100 лет спустя после Полибия. So if you take the writings of Polybius and the writings of Diodorus and combine them. И поэтому, если взять и соединить работы Полибия, а продолжением этих работ стали бы работы Диодора. You have two good sources for the history of the intertestamental period. То тогда бы у нас получилось два очень хороших источника по межзаветному периоду. Then there's Dio Cassius. А следующий историк Дион Кассий. Now he lived in the last half of the second century AD. Дион Кассий жил во второй половине второго века. So he could give us a lot of historical references to the period of the early church, the first 200 years of Christianity. То есть то, что он писал, имело отношение к первому веку раннего христианства. То есть можно получить информацию о ранней церкви. He would be of more help to us, except his most important volumes on New Testament history. Have been on the New Testament history period have been lost. Мы бы могли получить достаточно много интересной информации о Новом Завете у него, но, к сожалению, те книги, которые имеют к этому отношение, были потеряны. Again, he wrote a very extensive 80-volume
history of Rome. А он также оказался выдающимся писателем, потому что написал целых 80 томов об истории Рима. But of those 80, only 18 have survived. Из 80 томов по истории остались только 18. And as I mentioned, unfortunately, none of those 18 relate directly to the New Testament. Да, к сожалению, из этих 18 томов ни один не имеет отношения к новозаветному периоду. And then finally, probably the best known of all the Greek historians, Plutarch. И еще один историк, наиболее известный из всех греческих историков, перечисленных выше, это Плутарх. Who lived in the last part of the first century, first part of the second century A.D. Он жил во второй половине первого века и в первой половине второго века нашей эры. He would have come right at the end of the New Testament period. Would have been contemporaries with people like Emperor Domitian and Trajan and Hadrian. Можно сказать, что это как раз период, когда заканчивается Новый Завет, и он был современником такого императора, как Домициан. He wrote a book called Lives. Он написал книгу, которая называется «Жизни». And in that he has brief biographies of the leaders who helped shape the Roman Empire. А в ней он изложил краткие биографии многих великих людей и руководителей в Римской империи, которые помогали создавать Римскую империю. And because he was a very capable historian, one of the best historians of all time. А так как был он очень способным и талантливым историком, можно его отнести к одним из выдающихся историков всего времени. His writings have become very valuable tools to New Testament historians. То его работы стали очень полезным инструментом и важным инструментом для историков, которые изучали мир Нового Завета. In helping understand the forces that shaped the world of the New Testament period. Которые помогли лучше разобраться в том, что именно способствовало такому формированию мира, древнего мира.